Мультиварки Philips способны на многое. Не секрет, что в них можно приготовить мясо, рыбу, пиццу, кашу, плов. Но сегодня мы с вами сделаем блюда, приготовление которых сложно представить в мультиварке. Это будет холодец. Холодец мы будем готовить в уникальном приборе. Это не просто мультиварка, а это мультиварка-скороварка от компании Philips, которая имеет возможность готовить под давлением, а следовательно, готовить максимально быстро, сохраняя все полезные вещества и витамины. Мы с вами займемся приготовлением холодца. Для этого нам понадобится говядина. Возьмем мы подбедерок, это самая удачная часть для приготовления холодца. Также нам понадобится две моркови, одна луковица. Причем, заметьте, мы ее будем использовать неочищенной, потому что именно неочищенная луковица дает своеобразный цвет бульону и своеобразный аромат. Также нам понадобится чеснок, нам понадобится зелень для украшения. Ну и, конечно, мы добавим специи. Это перец горошком, лавровый лист. Вот все, в принципе, что нам понадобится. Но самое интересное я оставила впереди для вас. Значит, мы кладем уже хорошо помытое мясо, говядину, в кастрюлю мультиварки-скороварки. Мясо мы подготовили 2 килограмма. Сюда же мы положим морковку, разрежем ее вот таким вот образом на 3 части. Как я сказала, луковицу мы кладем целиком, не чистим ее. Она придаст своеобразный вкус и прозрачность, самое главное, она даст нам бульону. Также мы положим перец горошком. Немного, буквально несколько горошек. Ну и обязательно, конечно же, нам нужно сразу посолить. Так, достаточно хорошо посолить, потому что холодец любит соль. Этого количества достаточно. Ну и нам осталось сейчас налить только воду. Воды мы наливаем таким образом, чтобы все мясо, которое мы положили, было покрыто жидкостью. Но, заметьте, не больше отметки максимум, которую вы увидите внутри чаши мультиварки-скороварки. Мы закрыли крышку, и нам осталось выставить необходимый режим для приготовления холодца. Но так как я вам сказала, что это необычный прибор, это не просто мультиварка, а это еще и скороварка, поэтому мы выбираем режим приготовления именно в скороварке, который позволяет нам готовить крупы, суп, холодец, выпечка, каша, овощи, мясо и курица. Так как мы с вами готовим холодец, переходим в режим приготовления холодца и видим, на дисплее у нас высвечивается время автоматического приготовления холодца. Но это время рассчитано на приготовление курицы и индейки. А так как мы с вами сейчас готовим говядину, и ей нужно чуть больше времени для приготовления, поэтому мы изменим время приготовления и увеличим его до 59 минут. Этого будет достаточно, чтобы наш холодец сварился. И нажимаем на старт. Время пошло. Сейчас у нас нагревается жидкость, которую мы налили внутрь емкости. И после того, как уже жидкость нагреется до определенной температуры, сработает клапан с
скороварки, он поднимется и блокирует открывание крышки. Это сделано в целях безопасности. Если, не дай бог, незнающий человек подойдет и захочет открыть крышку, понюхать, посмотреть, что же там готовится, то вы совершенно точно можете быть уверены, что крышку открыть он не сможет. Соответственно, обжечься, как-то ошпариться, или это старый человек, или ребенок, это невозможно при использовании такого замечательного прибора, как мультиварка-скороварка компании Philips. Ну вот, наш холодец готов. Для того, чтобы открыть крышку, нам нужно прежде всего выпустить пар. Для этого мы открываем клапан. Как только подача пара прекращается, у нас есть возможность посмотреть, что же там получилось. Запах непередаваемый. Ну а теперь мы аккуратно вытащим мясо и затем разберем его для студня. Достаем кусочки мяса. Мясо очень хорошо разварилось до нужной консистенции, именно до такой, которая необходима для приготовления настоящего холодца. Ну вот, мясо мы все достали. Теперь нужно дать ему остыть, после чего мы начнем его разбирать. Пока мясо остывает, мы процедим бульон. Ну вот, мы разобрали наше мясо, и нам осталось его измельчить. Но измельчать мы его будем не обычным дедовским способом, с помощью ножа, а с помощью ручного блендера Philips. Закладываем наше подготовленное мясо. Для этого, посмотрите, нам очень подошли лопатка и ложка, которые идут в комплекте с мультиваркой. Очень удобная вещь. Ну и, конечно, мы не забываем, что для холодца незаменим чеснок. Положим буквально 3 зубчика, и они у нас будут измельчаться вместе с мясом. И измельчаем. Для измельчения мы поставим максимальный скоростной режим, а это 5, либо воспользуемся кнопкой турбо. Наше мясо с чесноком измельчилось. Посмотрите. И сейчас мы его будем раскладывать по мисочкам. Для этого мы воспользуемся ложкой. И, как обычно, на дно равномерно раскладываем измельченное мясо. Кстати, благодаря тому, что мы мясо измельчали с помощью ножа-измельчителя, наше мясо будет буквально таять во рту. Ну и для украшения последний штрих. Мы добавим веточки петрушки. А также, по желанию, кто любит, можно добавить вареное яйцо, разрезанное на дольки. Он придаст еще больше красоты вашему блюду. А теперь добавляем процеженный бульон. Ну вот, все приготовления закончены. Мы убираем наши блюда в холодильник как минимум на 4 часа, и нам остается только дождаться результата. Итак, мы достали наш холодец. Вы посмотрите, какой красивый он получился. И мясо сварилось всего за 1 час.
Для нашей мультиварки-скороварки этого времени вполне достаточно, чтобы получился классический, быстро застывающий холодец. Приятного аппетита! Для приготовления холодца нам понадобилось говяжий подбедерок, пара морковок, луковица, несколько зубчиков чеснока, соль, лавровый лист, перец горошком и зелень для украшения. Все продукты мы варили в мультиварке-скороварке Philips модели 2178. Режим скороварки позволил нам приготовить говядину всего лишь за 1 час. Сваренную говядину мы переработали с помощью ручного блендера Philips в большой чаше с ножом-измельчителем –